Яков, тут разгром, и твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней. Но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе. Мы узнали, что пророк прибыл в Константинополь, но не обратили внимания. Великий город всегда привлекал безумцев и обманщиков, утверждавших, что с ними говорит Бог. Мы слышали невероятные истории о чудесах, явленных пророком, но все равно не стали его искать. Но потом мы услышали его речи, увидели, как его истина рекой лилась по форуму Константина. Он не утверждал, что говорит за Бога, напротив, он говорил, что ни один человек на это не способен. Но его мудрость была неоспорима, и никто из нас на форуме не мог его опровергнуть. Нужно побольше разузнать о нем. Я должен снова услышать его.
Прошло много месяцев с тех пор, как сердце Кити сковали горные снега. Мы отправляли людей на поиски припасов или выживших горожан, но никто не вернулся. С ледников доносятся странные звуки, но остался ли там кто-нибудь живой, не знаю. Возможно, это просто стонет лед, но я не побоюсь сказать, что звук напоминает людские голоса. Быть может, это призраки воинов пророка до сих пор сторожат обледеневшие улицы. Мы не станем больше посылать людей внутрь. Нужно признать, что и пророк, и город для нас потеряны. Мы теперь сами по себе. О, Боже, нет! Когда-то мы не знали ничего об обитателях долины. Но теперь зовем их братьями, словно равных нам по крови. Охотники могут многое рассказать о животных долины, но они чаще говорят о смерти. А мы должны знать, что наши братья могут дать, будучи живыми. Например, в птичьих гнездах мы добываем оперение для стрел. Если ты знаешь, чего хочешь, долина дает тебе все. Нужны ответы, но какой у меня есть выбор? Я не могу позволить Ордену убивать этих людей. Есть черта, через которую я перешла уже давно, и пути назад нет. От прошлого не уйти, оно всегда со мной. Я должна им помочь. Очевидно, что люди якобы готовы умереть за него, а он за них. Редко встретишь такую преданность. А здесь, на краю земли, и подавно. Если я буду сражаться вместе с ними, то, может быть, Яков начнет мне доверять и объяснит, что же происходит на самом деле. Наши предки бежали сюда из Византии. Среди диких зарослей они едва не погибли, но уцелели и нашли эту долину. И как они отблагодарили Господа за этот дар? Разобрали гору на камни и построили новую империю. Жалкое подобие той, что едва не погубило их. Но Бог низверг нас в пыль, как Вавилонскую башню,
и напомнил нам наше место. Мы научились слушать землю и стали хранителями, а не завоевателями. Земля же в ответ открыла нам свои тайны. Нужно лишь слушать. Это реликварий для хранения и защиты мощи святых. Это могли быть зубы, пальцы, целая голова. Здесь должно быть мощи пророка. Пусто. Никого. Что нам делать с пленниками? Избавься от них! Не стреляйте! Пропустили! Будьте внимательны! Нет. Что у нас? Похоже, здесь все чисто. Отряд 4 и 4 в туннелях. Искать место. Проверьте стрельбу.
пропустили! Будьте внимательнее! Что у нас? Похоже, здесь все чисто. Отряд 4 ищет атлас в туннелях. Сосредоточиться и прочесать территорию. Убить всех, кто еще шевелится. Thank you.
здесь как раз для этого. Так что погоди, погоди секунду. Пошли, все веселье же пропустим. Погоди, эти ублюдки хитрые. Поди понаставили тут ловушек. Не боись, я убью все, что движется. Просто не торопись и будь на стрёме. Развяжи меня.
Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Столько крови пролилось. Столько наших погибло! Может, твое племя довольно настрадалось? Это все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. С тобой все будет в порядке. Ты не обязана была помогать. Я не забуду. Ничего со мной не будет. Помоги остальным. Тихо, тихо. Просто дыши. Мы отведем вас в безопасное место. Только держитесь. Я справлюсь. Надо только отдохнуть. Скоро все закончится. Надо отдохнуть. Дай отдышаться. Этой фреске они находят долину. Наверное, им она показалась раем. Возможно, получится открыть проход отсюда. Катакомбы. Там нас не достанут. Что-то вроде оружейного склада. Должно Древний амулет в форме оленя, вырезанный из рога. Может, ценная вещь, а может, просто детская игрушка. Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь святой источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. Вы не сможете защищать его вечно. До сих пор удавалось. Но пока что... Я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Отец пропал.
Минувшей ночью я рассказала ему о захватчиках и их оружии. С восходом солнца он пропал. Кирилл сказал, что вернется, но день уже на исходе, а отца никто не видел. Боюсь, как бы старый глупец не наломал дров. Сейчас он нужен нам больше, чем когда-либо. Ну, конечно же, это загадка. Но если я правильно поняла...
Когда наши предки прибыли в эти места, здешние растения от высочайших деревьев до мельчайших грибов оказались им незнакомыми. Много времени утекло, и немало бед приключилось, прежде чем они научились понимать язык этой земли. Но теперь мы передаем его из поколения в поколение. Земля дает нам все. У воды в гротах растут целебные травы. Из древесины лесной березы, прямой и крепкой, получаются отличные стрелы. А из бледных поганок, что растут на гнилых бревнах и в темных сырых низинах, мы добываем смертельный яд. Булла. Печать для подтверждения подлинности документов. Должно быть, она крепилась к чему-то важному, вроде указа об отлучении от церкви. Их внимание! Предоставьте это мне. Я справлюсь.
Лара, ты там? Троица занимает башню. Мы оказались в ловушке в катакомбах под ней. Черт! Держитесь! Я иду к вам! Мы с Ильей попробуем добраться до дальних холмов, к логову старого медведя. Троица все еще внизу, на старой советской базе. Мы дождемся глубокой ночи и отправимся в путь. Риск огромен, но выбора нет. Грядет бой. Вряд ли мы переживем его без целебных трав. А они растут только в холмах.